Прием-прием, друзья, на связи Шедимен и, конечно же, Леди Леска. Всем привет! А по ту сторону бутроковой стены у нас сегодня находится Нубик Кубик. Привет, друзья! И добро пожаловать в нашу сегодняшнюю новую мини-рубрику. Что сегодня будет происходить? Прямо сейчас перед собой ты можешь наблюдать вот эти 6 сундуков. Сегодня это у нас с Леской наши 6 способов, с помощью которых мы должны проникнуть в защищенный дом Нуба и отыскать его хранилище. В свою очередь, Нубик находится на своем защищенном доме, у него есть вооружение, броня, медикаменты, гранаты, там вообще все, что только его душа пожелает, и он нам не должен давать вообще никак туда проникнуть. В общем, мы идем вперед, Нубик обороняется, и надеюсь, что все-таки у нас Леска сегодня получится туда залезть. Но прямо сейчас на этом экране появился темный силуэт. Это какой-то моб из Майнкрафта, так скажем, уровень изи. Если ты понял, кто это, то пиши его название в комментариях и жми обязательно на лайк под этим видосом, если сегодня хочешь, чтобы мы именно с Леской туда пробрались и победили Нубаса Кубаса. Да, Нубик? Вот даже Нубик победили. Хочет, чтобы его победили. Все, все, друзья. Так, все, смотри, Леска, короче, да, Нубик да, даже давай. Не видит, что тут за стенкой происходит, а мы можем, короче, смотреть. Сейчас я возьму свое оружие. Давай посмотрим. Так, ну что, начнем? Давай вот отсюда прям. Давай. Моя лучшая. Так, помни о том, что у нас с тобой ресурсы, они конечные, они заканчиваются. Я поняла. Вот. А теперь по классике, да? Все, погнали. Оружие. Смотри, мы действуем как хотим. Так откуда? Вообще как угодно. То есть можем даже вот так делать, смотри. Вот так вот пойти, короче. Так. Наша с тобой главная цель проникнуть туда. Неважно как. Всё, единственное, что мы не можем с тобой делать, это ломать. Потому что если мы будем ломать, это, конечно, будет не особо честно. Хотя, с другой стороны, у Нубика там снаряжение есть. Хитрый. И тому подобное. Так, пошли. Хитрюка. Так, слушай, Леска, ты знаешь, что туда попасть будет очень тяжело? Так, Нубик, ты там одеваешься? Я понимаю, куда ты пропал-то там? Я вообще-то все подготавливала. Леска, смотри. Мне кажется, придется делать как-то так. Ну-ка. Нет, я промахнулся, прикинь, я прям в лазере, короче, попал. Ух ты! Слушай, я куда-то... вы не пройдете. Нубик, мы пройдем. Это только первый сундук. Дай нам чуть-чуть побольше. Слушай, ну Шеди, я промахиваюсь. Слушай, я тоже не знаю, знаешь, что такая высота и вообще все неудобное. А, я в лазере тоже. Ха-ха-ха, Леска, не смогла рассчитать. О, я попробуем. А, нет, я нашел способ, знаешь, как надо? Как? Нужно в Нуба прям попасть. Попадешь в него, и ты окажешься, остановишься прямо там. Так он меня мычканул прям сразу же. Слушай, так, нет, это тяжело. Это реально как-то тяжеловато получается у нас сегодня. Так, что ж так? Да что ты делать-то будешь? Слушайте, Нубик, друзья. Как ты такой понастроил? Эндерперлами попасть просто-напросто невозможно, честное слово. Я не знаю, как это сделать. Все, опять я в лазер. О, Леска! Я попал, я внутри, я внутри. Так, где вход? Хранилище, что у него тут? Быстрее, так, сундуки пустые, Леска, я внутри. Ай, нет, я не успел, прикинь. Ладно. Я вообще какую-то воду попала. Леска, хотя бы у нас что с тобой получилось немного. Хотя бы чуть-чуть получилось. Ты что-то успел хотя бы там увидеть, что там у него внутри? Да ничего нет, нам нужно найти с тобой какое-то укрытие. Здесь, реально? Шеди, о, все, я видел, тебя скинули. Так, ладно, давай откроем следующий сундук и посмотрим, что там будет. О, вот это мне нравится. Знаешь, что с этим можно делать? Что у вас там? Сейчас увидишь. Нубик, это не важно, что у нас там, понятно? У нас вот всякие крутые так. штуковины. Для меня важно. Почему? А ты зачем этим, почему не другим? Ну, в смысле, ты не будешь же там это... Выходите. Сейчас мы выйдем, нам надо... О, нет! Это что? Что там такое, сам ликвидировал себя? Нубик, я ты что там делаешь? Лесик, ты можешь какой-нибудь еще, например, обход делать, не знаю, там еще что-нибудь делать? Я могу, да. Да, давай. О, так, слушай, тут долго получается. Стоп, мне что-то подсказывает очень странно. Что? Что, кто тебе что подсказывает? О чем ты вообще, Нубик? У тебя уже это... Что ты? Так, стой, у меня... А что происходит? Слушай, я не могу... А я не могу вот так вот, ты что-то как-то странно. В смысле? О, Нубик что-то в лаву, что ли, упал? Или что происходит там, я не понимаю? Нет, я Леска! Провалился план капкан! Да ладно, у него хранилище из бедрока, прикинь! Нубик, ты вообще хитер, нет, так бесполезно. Хо-хо-хо, думаете, я настолько глупый? Что? Хо-хо. А может, есть все-таки лазер? Я слышу, он что-то открывает. Вы правда думали? Что там, Нубик, проверяешь? А ничего. А! Ладно, а Леска, короче, походу провал. Я не знаю, конечно, можно еще тут что-нибудь поделать, но... Да вот угля... А, смотри, какая конструкция странная, ты видишь? Я не знаю, почему она углами идет какими-то. Какой-то вообще тоннель, да, как будто бы? Что это такое подожди, у него там? Подожди, а может там вообще на самом деле все под землей, сверху только эта крышка... Да? Давай проверим.
Сейчас проверим. А нет, смотри, не-не-не, леска, видишь, все, оно заканчивается, а, вот оно. А, леска, тебя по телевизору показывают. Какая ты с этим телеком, нубик. Я же так, здесь, да? Ладно, леска, этот сундук у нас не работает сегодня. Я пошли в следующий сундук. Да-да-да. У вас осталось нубик, всего. Надо сказать, пока твоя берет 2-0. Чё-то пока у нас не получается, как ладно. Как ты прям реально так, хитёр. О, леска, вот это крутая штука. Это крутая штука. Так, покажи. Сейчас покажу кое-что там прикольное. Батутики. Конечно, батутики. Батутики у нас вот крутые. Так, леска, моя тактика такова, чтобы этими батутами просто все заставить и потом дэнсить, баунсить и баунсить, короче, на них вообще просто безжалостно. Чтобы у него вообще ничего не получилось сделать. Да. Сейчас будем. Давай. Опа. А что ты? Я его скинул. Леска, я опять внутри. Да так, пройди ты, что ты делаешь тут так, что у нас тут такое? Да он вообще все забрал, леска, я не понимаю. Я не понимаю, как залезть. Как ты забрал? Сейчас, я у него кустики ломаю, у него прям под ковром на... Ладно. Так я не долечу отсюда. Зато я чуть-чуть хотя бы там побывал, посмотрел, что они там находятся вообще. А что там прикольное? Вообще, уже совести нет. В смысле, нубик, что значит это? Ты же сам сказал то, что у тебя самое крутое. Леска, давай быстрее, пока я тут... Я пока защищаюсь тут, я пока это... Так я не долечу. А чё такое-то? Почему? Ты в воздухе просто батут прям на голову поставь и все там. Кому? Ну вот этому. Туда? Это броне, ой, говорю, этой защитной постройки. Я поняла. Эй, нубик, ну ты вообще хитёр. Есть! У меня полсердечка осталось. Леска, слушай, мы с тобой успехи делаем. Мы с тобой делаем успехи, смотри, получается все лучше и лучше. Скоро мы тебя этот достанем. Давай. Что у нас тут? Столы, стулья, разберу... Краем, все, ладно, чуть-чуть успел, чуть-чуть подначистил. Нет! Что? Ты вообще, у меня вообще-то все плохо. Ай, в смысле? У него броня есть, все, оружие есть, у нас только так. Способы есть, и все. Слушай, а нельзя, интересно, сейчас я, знаешь, как думаю, попробую. Погнали на следующий сундук. А, уже? Ну, так. Ну да. Ой. Так, подожди, да, беру вот это дело. Правда, не знаю, как нам это с тобой поможет, но... Вау. А я знаю. Так, подожди. Куда будешь? Нубик, в смысле, ты куда за территорию базы вышел? Смотри, что делать, читерит. Ты же сам говорил то, что это твоя территория, ты из нее выходить не будешь. Ты что, а сам свое условие так... нарушаешь, что ли? Он ломает. Нубик, это же так запрещено делать. Ты опять все прослушал, что ли? Все правила. Так. Сам собой говорю, ну ладно, ничего страшного. Привык то, что я говорю, меня не слышит никто. Ты что там делаешь? Леска, смотри, что он делает. Он баты тут, батуты везде поставил. Это что такое? Баты тут там. Меня что-то крутит и вертит. Леска, ахвыш, вы используете порталганы. Мы не только порталганы, у нас тут такие штуковины есть, слушай, ты просто, нубик, офигеешь, ты серьезно говоришь. Слушай, я что-то какую-то просто дичь сотворил. Ай, в смысле? Что произошло сейчас? Он разбился. У меня что-то все. Нубик, а почему ты такой грустный, что-то вообще прям, я не знаю, честное слово. О, затролебасил нубаса. Ой-ой-ой. А что ты злишься, нубик? Нубик, ну ты... Не пью. Чего? Не пей. Нубик, ты что такой? Что такой? Нервный вообще. Нубик, как ты вообще читеришь? Ты. А ты как думал? Кинула, оказался тут. Так я профессионал, я знаю, как кидать так, чтобы просто обманочка 200 IQ момент получился. Слушай, не дает он мне сделать, у меня тактика есть. Граната меня кидает, прикинь. Ай! О! Леска, видала, курочек размазала. Просто, нубик, ты что, курочек даже не жалеешь, что ли, сегодня? У него тут одни стейки кругом. Нет. Так, оп. Нет, не получилось скинуть. Не получилось скинуть. Подожди, а почему я не могу, если я туда сделала? Да что ты? Смотри, такой с пулеметом сидит, знаешь, еще мне что-то говорит, то, что я что-то делаю не так, Леска. Ну ты прикинь. Опа! Подожди, ну без вариантов. Какой есть вариант у тебя? Потому что я не у меня? Могу с ним уничтожить. Слушай, ну у нас есть эти ботинки, и с ними можно скользить прикольно. Нубик, Хриуню завалил! Никого не щадит, просто валит всех налево и направо. Да нет, а что ты делать-то будешь? Я извинился уже. Так, Леска, пойдем. Пойдем в следующий способ. Мы можем... иди сюда, смотри, что тут. Так. Видишь? Да. Поняла? Все, поехали, короче. Сейчас мы эту штуку возьмем, просто там бомбанем ему что-нибудь. Готовы? Давай. Да. Все, давай сейчас. Сейчас гранату какую-нибудь. Конечно. Так, Леска, я вот эту бомбическую штуку возьму.
Так, подожди, я не знаю, какую мне взять штуковину. Так. Как ты думаешь, пойдет такое? Слушай, я не знаю. Я честно скажу, я не знаю, пойдет, не пойдет. А ты где? Слушай, а ты меня видишь? Нет. В смысле? Вот это, вот. Да. А сквозь стенку меня не видишь? Так что? Нет. Вы что, и невидимками стали? Да, конечно, невидимками. Сейчас крутыми невидимками вообще стали. Реально крутыми просто. Так, что мы тут делаем? Что мы тут делаем? Так, копаем все, что, все, что здесь находится, все, что там находится. Что такое, Нубик? Вот что это бегает. У меня вычислили. А что там бегает-то? В смысле? Нубик, какая овечка? Ты что, совсем животных не щадишь, что ли? Смотри, он вообще никого. Реально. Это лето. Всех просто валит налево и направо, реально. Нубик, Нубик, что ж такое? Леска, я под его базой! Я прям под его базой нахожусь, прикинь! Как ты смог? Вот так, Леска, вот так смог. Так, сейчас, секунду. Так. Он там сверху... Копай, я нашел, походу, Леска, я нашел хранилище у него под землей здесь. Где? Я иду к тебе. Да, ща. Ща все будет. Так. Слушай, это очень красиво вот сейчас ты делаешь. Я знаю, это вообще, знаешь, это 200 IQ момент какой-то. В смысле, тебя тут нет? Ага, попался! Смотри, я тебя затроллил, курочка тебя затроллила. Ну, прикинь, Леска, он... У него под печкой на кухне спрятано, короче. Прикинь, я даже не заметил вначале. Это нечестно. Леска, портал поставил. Можно заходить. Леска, заходи. Давай. 200 IQ моменты там всякие получаются. Сломался портал. Ну, ладно. Ну, почти. Слушай, Леска, план с привлечением вообще, да, прикольный получился. Да, он меня замочил, я зашла в его комнату. Я вообще-то Леску сразу спалил. Ну ладно. Так, я снова Шадимэн. Ты знаешь, ты смешно махал крыльями. А ты просто из-за угла прятался. Леска, смотри, что здесь, в последнем сундуке. Все, комбиним то, что есть, все вместе. Вообще просто круто будет. Вы точно не проберетесь, это уже последний сундук. Ой, куда полетели? Куда полетели? Ну, век. Ты из-за угла так и можешь прятаться. Так против пулемета, то что мне еще делать? Ты поливаешь меня, я даже ничего делать-то толком не могу. Он летит, Лес! Или не... А че он не летит-то? У него этот вертолет, ой, вертолет. Пушка отдельно отлетала сейчас, видел? Нет. У него как бы от руки она отсоединилась и стреляла сбоку от нуба. А, окей, понял. Окей, я понял. Так, ладно, сейчас мне кое-что. О, Леска, ты овечка, что ли, стала? Нет. Нет? Я уже назад Шадимэн, если что, меня не потеряй. Хотя меня ты не потеряешь, скорее всего. Я же невидима. Ты овечка, Леска. Так. А я... Ну, так что еще скажешь? Вот я какая овечка, вот. Ну что, Нубик, сдаешься? Нет. Почему? Че, база Нуба выдержала, что ли? Да нет, ты... А, спалил все-таки, я его обошел, короче, сзади, я думал, то, что меня не заметит. Ты залез, не смог залезть? Да, не смог залезть, к сожалению. К сожалению, смог залезть. Ладно, мы знаем, где его хранилище. Нубик, да, Нубик, мы уже все знаем про тебя. И нужен хороший план. Он просто хорошо отвлекает внимание. У меня есть план, как реально можно беспалевно туда залезть к нему. Ты видел, что в последнем сундуке? Видела. Короче, смотри, можем вот эту штуку использовать, но знаешь, в чем прикол? Ты видишь, что у меня в руке находится сейчас, вот это торчит. Это надо убрать как-то, иначе это вообще фигня будет полная. Я, честно говоря, не вижу, что у тебя. Стрела торчит. Нету. Реально? А у меня торчит почему-то стрела. Ботинок. Так, и что думаешь? Так где вы там? Давайте выходите на Да вот же мы вышли, смотри. Куда? Вышли, Нубик, это ты там что-то стоишь, что-то не выходишь никуда. Мы-то уже давным-давно там уже вышли, ходим там везде. Подожди, в смысле? А как ты меня увидел? Не скажу. Я просто увидела, что у тебя по дорожке следы и все. Какие следы еще? Ты жулик. Он видит, как у меня из-под ног земля вылетает. Леска, ты невидимый, что ли, стал или что? Точно. Да. Реально? Да. А ты видимый стал? Нет. Ты, подожди, там зелька невидимости тут что ли была или что? Что-то было, да. Леска, а ты там портал видишь у нас на базе есть? Сейчас, секунду. Иди туда, в портал. Ладно, хорошо. Что это такое? Погоди, Леска, иди. А что это такое, не знаю. Почему здесь только вот это все?
А как ты смог? Вот так, зелька невидимости. Новик еще не понял. Резко, смотри! Он идет! Иди сюда, заходи! О! Все, игра завершена, мы проникли, игра завершена, нубик, все. Подожди, ты хочешь реально из-за кустиков это все устроил, ты хочешь сказать? Погоди, в смысле, каких кустиков еще? Ты видел, там все набито кустиками. Нет. Сухими. А, да, реально. У него просто кусты тут лежат в этом сундуке. Подожди, не стреляй, все, уже не стреляй. Ну ты зачем эти кустики собрал, скажи, пожалуйста, зачем ты их хранил? Слушай, ну ты крутой. Они это очень редко. Слушай, Леска, ну что, как тебе сегодня броня нубика, хотел сказать, защита нуба? Вообще офигенная, на самом деле. Нубик, капец, конечно, круто придумал. Нубик круто продумал. Но мы круто с тобой в команде, на самом деле, работать легче. Видала, как мы вообще просто разводили нубика налево и направо, короче. Вы вдвоем против. Ну знаешь, у него удавалось все-таки только в конце, мы как-то проникли. Так, нубик, кто нас сегодня позвонил и сказал, типа, и вы нубасы, я такую крутую базу построил, вы проникнуть сюда 100% не сможете. Ты же сказал, что мы тарантасы. Ты да? сам сказал то, что мы не сможем. Вот, видишь, нам же надо было показать то, что мы и на вот самом деле сможем вообще-то. В общем, друзья, да. Вот как-то так у нас сегодня получилось. Я думаю, что это было безумно интересно, потому что все способы, которые мы сегодня пробовали с Леской, они были реально вот каждый вообще прям друг от друга отличались. И в конечном итоге мы все-таки чуть-чуть проникли, но нубик держался очень долго. Так что да. Это было сложно. На связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья! Всем пока-пока!